Америка отпасла Волгограда на чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Ларисе Ильченко вручает глава города-героя Волгограда Андрей Владимирович Косолапов. Под ваши аплодисменты, друзья! Лариса Дмитриевна, ну а сейчас мы просим вас поздравить Волгоград в своем новом статусе, в статусе посла чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Добрый вечер, дорогие волгоградцы! С праздником, любимый город! Наш город достоин самого лучшего. И право принимать игры чемпионата мира 2018 – это очередная наша победа. Это победа Волгограда. Сегодня мне особенно приятно стать частью команды послов. И я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в историю подготовки к этому масштабному футбольному празднику. С праздником, Волгоград! С праздником, Волгоград! И прямо сейчас исторический момент. Друзья, мы просим Ларису Дмитриевну принять символический пас, официальный мяч «Красава» и оставить на нем свой автограф. Ваш аплодисмент и футбольный мяч, символ, главный символ появляется на нашей сцене. Волгоград, это исторический момент. Функцию этого мяча мы прямо сейчас вам откроем. Ну а пока, внимание, автограф! Ура! Ура! Это посол от города героя Волгограда! Лариса Ильченко, ваши аплодисменты! Ну а дальнейшая судьба этого мяча такова. Наш мяч отправляется послом чемпионата мира по футболу, гостям нашего праздника, группе «Ума Турман». Встречайте на этой сцене братьев Сергея и Владимира Крестовских! Здравствуйте! Братья Крестовские являются послами чемпионата мира от города Нижнего Новгорода. И прямо сейчас они также ставят на нем свои автографы, ну а мы поддерживаем громким шумом и аплодисментами. Вначале несколько слов волгоградцам. Что, какие ощущения? Волгоград! Мы вас не слышим! С праздником вас! С праздником, друзья! Друг, нам нужно пинуть этот мяч. Че, можно вдарить? В кого целить-то? В голову. Вот. А там камеры стоят, ничего? Ребят, нам нужно сделать символический пас. Официальный мяч «Красава» с автографами послов чемпионата мира должен быть адресован главе города-героя Волгограда сейчас, Андрею Владимировичу Косолапову. Ведь, внимание, именно этот мяч мы увидим на открытии стадиона «Волгоград-Арена» уже совсем скоро. Итак, барабанная дробь, прицел! Друзья, поддерживаю! Я сейчас разберусь! Да, друзья, это произошло! Ура! Между собой Волгоград, Нижний Новгород подружились, передали футбольный мяч. Наши прекрасные послы, конечно, прославят это замечательное событие в нашей стране. Чемпионат мира по футболу 2018. Давайте поаплодируем! Андрей Андреевич, этот мяч остается у вас. Совсем скоро мы увидим его на официальном открытии Волгоград-арены. Ну а мы благодарим всех участников этого эпохального события и про...